повесила. Ну, Диана, не, ну надо, а? Туалет закрыть. Ты что за человек такой? Капа, что ты тут ночью делаешь, а? В смысле, что я делаю? Диана, я вообще-то в туалет хочу. Капа, какой туалет? Это сарай, а туалет вообще-то в доме. Диана! Диана! Диан! Мам, ну что? Диан, я ухожу, иди дверь закрой. Иду. Так, все, Диан, я поехала. Закрой двери на все замки и никому не открывай. Все, хорошо, давай, пока. Все, давай, пока. Ой, стоп, стоп, Диан, совсем забыла. Диан, сегодня к нам в гости приезжает дальняя родственница. У нас есть дальние родственники? Диан, теперь есть. К тебе приезжает твоя двоюродная сестра. Сестра? Почему я никогда раньше о ней не слышала? Диан, я тоже о ней не слышала. Сегодня она приедет, познакомишься с ней. Будь гостеприимной. Все, пока-пока. Хорошо, а сколько ей лет? 19. О, хорошо, все, пока. Пока. Круто! Теперь у меня есть старшая сестра, которой 19 лет. Класс! Алло, привет! Сори, не могу. Ко мне сегодня сестра старшая приезжает. Да, я сама в шоке. Мама сказала, что ко мне сегодня приедет сестра, которой 19 лет. Это же так круто. Да я сама в шоке. Я эту сестру даже никогда в жизни не видела. Мама сказала, что какая-то дальняя. Поэтому я вот я сейчас ее сижу жду. Ладно, все, давай, пока. Ну что, пора готовиться к встрече. Короче, не буду заморачиваться, в этом вообще. Привет, сеструха, я Диана. Да ну тупо. Привет, сестра, я Диана. Фу, нудно. Йоу, привет, сестра, я Диана. Вообще полный бред. Ладно, останусь сама с собой. Блин, а это еще кто? Здрасте, а вы кому? Привет, Диана! А вы дальняя родственница? Нет, теперь ты ближняя. Пальтишко новое для города купила. Ага, купила, да. Ой, мне бы чайка сейчас с дороги так устала. Как тебя зовут? Ты не представилась. Капа. Прикольное имя. Гостинца привезла. А ты знаешь, вы тут в городе едите бургеры, пиццы. Спасибо за гостинцы. Ладно, я спать пойду. Ты тут располагайся, чай пей. Все, спокойной ночи. Ладно, иди, иди. За меня не переживай. Я освоюся. Чайку попью. Спокойной ночи. Алло, мам, привет, а ты скоро? Скоро, я тебя на дорогу, ты сидишь.
приехала. Капа зовут. Мам, а это точно наша родственница? Ладно, все, давай. Поняла, а почему дверь открыта? Что, замок повесил? Ну, Диана! Не, ну надо, а? Туалет закрыть! Ты что за человек такой? Капа, что ты тут ночью делаешь? А? В смысле, что я делаю? Диана, я вообще-то в туалет хочу. Капа, какой туалет? Это сарай, а туалет вообще-то в доме. Капа, давай-ка ложиться спать, потому что мне завтра в школу рано вставать. Нет, Диана, я просто здесь уснуть не могу. Я там у себя спала с бабушкой, а тут я буду спать с тобой. Откуда она только свалилась на мою голову? Ой, кролик! Что? Сама ты кролик, а это шиншилла! Шиншилла? Достала уже! Достала!